Всем привет! Вы на канале о вязании и зовут меня Юля, кто со мной еще не знаком. Сегодня с вами предлагаю научиться набирать петли при помощи крючка. Данный вариант набора петель на спицы называют еще набор петель для открытого ряда. То есть для изделия, в котором нужно, чтобы было потом продолжать вязать дальше, либо открытые петли были, одним словом. Для этого берем крючок, берем дополнительную нить, не нить основную, на которой вы будете вязать, а дополнительную. Речь идет, вот у меня основная, а вот дополнительная. Я планирую вязать двойную шапку от макушки к макушке, поэтому мне нужно сначала набрать петли открытым способом. Для этого делаю накид, обычно набираю первую петлю при помощи крючка, стандартный вариант. Беру наши спицы, которыми я планирую вязать, и провожу спицами под нитью нашего изделия. Вот. И подхватываю эту нить, протягиваю сквозь набранную первую петлю. Опять обвиваю нитью спицу и подхватываю ее крючком, провязываю. Этот вариант можно вот, приловчившись, сделать еще вот так вот. Вот раз. Так мне удобно и быстрее получается. Первые петли я вам показала. То есть можете каждый раз обвивать отдельно. Секундочку, ниточка раздвоилась. Извините за задержку. Вы можете каждый раз обвивать, а можете вот делать, как делаю это я. Мне так удобно. Подтягивать не забываем ниточку и приспускаем ее вниз. Вот. Ничего сложного и довольно-таки быстро. Такой вариант можно использовать и для набора традиционно, для обычного изделия. Ну, так быстрее будет и удобнее, могу сказать. Хочу обратить внимание, если вы не планируете обвивать нить, то крючок лучше держать как спицу. Так удобнее будет, чтобы не перекидывать. Как ручку, крючок сложнее будет. Ну, лично мне сложнее. Я всегда для таких случаев держу вот так вот крючок. Еще раз показываю. Протягиваем спицу, под нить вводим. И подхватываем крючком нашу нить. Под нить и подхватили. И подхватили. Итак, набираем нужное нам количество петель. Мне нужно 18 петель для моего изделия. Если вы таким способом набирали петли для вязания другого изделия, которое вам вы планируете вязать, ну, как бы обычно идеальный вариант для набора петель для палантинов, сори за заминочку такую, для палантинов, для крупных изделий очень удобно набирать быстренько, красивые петли, очень красивый аккуратный край получится, поэтому почему бы и нет. Если вы набирали, то первую петлю с крючка вы переносите и вяжете, уж поразворачиваете, вяжете по основному узору. Если же, как я, вы не планируете, то сейчас мне нужно еще одну петлю набрать, как раз для вас еще на камеру покажу, то набрали нужное вам количество петель сейчас и обрезали нить, вытянули, присоединили нить для основного полотна и вяжем. Я сейчас, то есть при помощи крючка я ее тоже присоединю. И пошли вязать уже как обычно лицевой там гладью в зависимости от вашего изделия, что вы там запланировали вязать. Ой, то есть сложного ничего нет, петли будут набираться. То есть не нужно, как для открытого ряда, набирать крючком. В общем, любой вариант, который вам удобен.
Я набираю цепочку тоже и набирала, либо вот такой вот способ, самый простой и самый быстрый. До новых встреч на моем канале. Если у вас остались вопросы, то обязательно задавайте, я помогу, расскажу, если что-то непонятно.